Всем привет! Ну а сегодня я буду слушать мольбек Сюзанны и песня его, их гипнозы. Перед тем, как слушать, хочу вам немножко пояснить, что я перед этим слушала их другую песню и сказала, что ну, про Сюзанну, да, что он там диссонирует с голосом, у ее голос диссонирует с голосом мольбека. А вот. Мне тут сразу посыпались комментарии о том, что я не права, что Сюзанна и вытягивает эту песню. Да никто не против, у нее очень своеобразный голос и красивый, но я не имела в виду, что она плохая, я имела в виду, что они вместе не сильно сочетаются голосами. А вот, ну, давайте посмотрим гипнозы. Может быть, я уже привыкну к их сочетанию и буду к этому относиться уже совсем по-другому. Да, и перед тем, как я буду слушать, не забывайте, друзья мои, голосуем за те песни, которые вы хотите послушать. Ставьте лайки, пишите не под каждым видео, пишите свои предложения, а те, кто будут заходить и увидят, что да, действительно, эту песню они хотели бы послушать, лайкайте, и я ее обязательно услышу. Так мне проще отбирать те песни, которые действительно нравятся большинству. Итак, мольбек и Сюзанна, гипноз. Я здесь для того, чтобы помогать людям чувствовать. Я это давно поняла. И это не то, зачем обычно люди здесь появляются. Понимаешь? Да. Вот. Поэтому я нонсенс, я нонсенс, я нонсенс. Я нонсенс, я гиперсенс. Я люблю тебя. Сердце закричит без технических причин. Слишком пьяные в ночи, нам не подобрать ключи. И никто не виноват, друг для друга мы звучим. И в объятия заключи, и в моей груди. Такое ощущение, что у них правда любовь. Ну как-то или хорошо играет. В котором тонем мы неизвестной глубины, повсюду пробоины. Холодными ладонями мир, в котором тонем мы неизвестной глубины, повсюду пробоины. Дай мне собраться, в смысле я не могу. Ритмы пульсаций, я для тебя в цвету. Сон просыпаться. Когда она в припеве, собраться, в смысле я не могу. То есть чисто в припеве. Она там вот как бы вот, да, она тянет этот припев, чтобы в куплете ей не петь, наверное, лучше. Сколько нам вдвоем дышать, только нам одним решать. Мы на лезвии ножа, слишком голая душа. Сколько нам вдвоем дышать, только нам одним решать. Мы на лезвии ножа, слишком голая душа. Хорошая песня. Навсегда, бесконечно, навсегда. Бесконечно, навсегда. Бесконечно, навсегда. Дай мне собраться, в смысле я не могу. Ритмы пульсаций, я для тебя в цвету. Сон просыпаться, ритмы пульсаций. Дай мне собраться, в смысле. Я думаю, эта песня хит. Я не знаю, была она хитом или нет, но как-то я так чувствую, что она, наверное, достаточно популярна у молодежи. Вот. И, во-первых, что хочу про клип сказать. Вот в тот раз и в этот раз, я в тот раз не сказала про это.
которую я предыдущий смотрела. Вот они, знаете, очень естественные. Вот, им не надо ничего играть. Они вот такое ощущение, что вот они настолько естественные, и вот они там дурачатся, какие-то отношения показывают, причем настолько вот гармоничные отношения, как будто у них действительно там любовь на самом деле. Может, она у них и так любовь, не знаю. Вот. А ну вот как-то, понимаете, вот нету таких, нет никаких пошлостей, хотя там вроде любовь и обнимашки и много чего еще, да. А ну вот все цивильно, все в норме, нет переборов, нет вот этой вот. Ну, как сейчас любит у нас молодежь показать что-нибудь такое, а потом объяснить, что это был протест против чего-то там. Это как у Славы КПСС было. А вот, поэтому вот это вот самого клипа, вот часть вот мне очень понравилась. Вот, теперь что мне понравилось с песней? Мне понравилось вот... Все равно вот этот вот диссонанс, он немножко присутствует. У него, значит, такой приглушенный голос, а у нее такой звонкий и такой своеобразный. Вот. Но так как большинство она пела в припеве, поэтому вот этим своим голосом она просто повышала на уровень песню. Вот. В общем-то, мне очень понравилась именно вот эта композиция. Молодцы!